Привет! С вами Людмила Семененко, ваш тренер по стройному образу жизни. Выхожу с вами на связь с самого утра, чтобы пожелать доброго утра, стройного дня и рассказать о новой, а точнее об очень древней стройной фишечке дня. Вот она, показываю. Красота – страшная сила, да? Это брокколи. Свежая, дивно пахнущая. И будет она еще лучше пахнуть, когда я ее на сковородке слегка обжарю быстренько, потушу с водичкой, с прованскими травами, чуть-чуть соли, будь может перчика. Это будет замечательный гарнир к любой белковой еде, к мясу, птице, неважно. К рыбе тоже отлично. В ней много питательных хороших веществ. Она известна своими замечательными противораковыми профилактическими свойствами, особенно в сочетании с помидорами. Потом практически минимальное количество калорий, всего 30 на 100 граммов. Поэтому в качестве гарнира на ужин или составляющей салатов, в суп, ну, как угодно можно использовать. Ням-нямка. Отлично. Никогда не сидите на диетах. Будьте бодры, веселы и оставайтесь на связи. Всего вам доброго. Пока.